Ради Хабиров рекомендовал главам муниципалитетов не проводить закупок для празднования Нового года. Свое предложение глава республики озвучил во время оперативного совещания. Он подчеркнул, что традиционный праздник обязательно состоится, однако местным администрациям стоит сократить бюджеты на его проведение. В частности, отказаться от приглашения артистов и покупки новых украшений. По словам Хабирова, в нынешних условиях все ресурсы следует направить на развитие экономики и поддержку семей мобилизованных. Ничего нового не закупаете. В плане чего я имею в виду? Если там, значит, у вас была какая-то архитектурная подсветка на Новый год, вот то, что есть, вот это поставьте. Ничего нового делать не надо. Значит, обязательно всевозможные готовьте. Никаких новых елок. У вас все есть, уважаемый глава. Я запрещаю вообще все покупать для праздников. Никаких артистов. Хотите, приглашайте, сами гармошку берите, пейте, пойте и так далее. Не надо нам этого сейчас. Напомню, ранее глава республики отменил лазерное шоу на церемонии открытия памятника Минигали Шеймуратову в День республики. На тот момент контракт на 28 миллионов рублей уже был заключен.